Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня мы играем на тестовом сервере Amazing Roleplay, Tested Hosting'а. Мне на самом деле приходится перезаписывать начало, потому что там небольшой косяк произошел, но в принципе дальше видос будет нормально, только начало запоролось немножко и все. Короче, пацаны, сегодня мы поставим номера, цветные номера на машину, и я вам покажу кадры, где я был на открытии и как я себе покупал дом на Рублевке. Я вам желаю приятного просмотра, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод, его можно вводить на любом сервере, кроме вот этого тестового сервера. Поэтому все в описании, я играю на первом сервере, вводите мой ник. Все, приятного вам просмотра. Сейчас мы поменяем номера на этой ламбе. Я, если что, продал дом на Рублевке, там Эрик Хабибов, при тебе, если что, он попросил ему продать его. Но мне он как бы не нужен, поэтому я зашел, ему продал и решил записать видео. Тем более, видите, бабки появились, у меня 29 миллионов, и мы спокойно сможем себе поставить цветные номера, они стоят 25 миллионов. Это чисто, знаете, такое, пацаны, лайтовенькое видео, потому что, ну, я хочу вам показать то, что мне интересно. Я думаю, вам это тоже будет интересно. Поэтому сейчас мы едем, получается, в Батырево на рынок и там покупаем цветные номера за 25 миллионов. Ну что ж, вот мы и приехали, и здесь у нас находится то, что нам нужно. Вот, эксклюзив за игровые рубли. Выбираем, и здесь есть покраска номера транспорта. Мы это покупаем. Так, цена приобретения услуги 125 миллионов. После приобретения вы сможете покрасить номер своего транспорта. После покупки ваша покраска номера будет доступна в призе. Вы действительно хотите приобрести данную услугу? Конечно, хочу. Все, мы купили, пацаны. Теперь давайте отъедем и поставим номерок. Интересно, мы сможем этот номер поставить, или нужно будет ставить какой-то другой номер. Мы сейчас это проверим. Итак, с нас списалось, пацаны, 25 миллионов. Мы пишем команду призы. Так, у нас есть, кстати, здесь обычный номер, а есть покрасочный номер транспорта. Так, это уже интересно довольно-таки. Давайте, я думаю, мы это сделаем. Так, покраска номера транспорта. Вы действительно хотите забрать свой приз? Покраска номеров транспорта. Сядьте в авто, на которое вы хотите покрасить номера. Так, пацаны, теперь уже поинтереснее. Давайте все-таки доедем за Муркой и поставим цветные номера на Мурке, потому что мне очень интересно, как они на ней будут смотреться. Возможно, я когда-то на настоящем Амазинге накоплю деньги. Но это есть настоящий Амазин, просто это тестовый сервак, который, скорее всего, скоро закроется, потому что здесь онлайн всего лишь 100 человек, его открыли буквально, наверное, на пару дней, и все. Ну что ж, вот, пацаны, я и доехал. Блин, я просто уже хочу посмотреть, как это все будет выглядеть. Так, берем Мурку. Я живу, по-моему, в этом подъезде. Да, вот, в этом подъезде я живу. И давайте посмотрим. Заберем сейчас Мурку и поставим на нее эти номера. Все, забрать, выходим. И давайте, так сказать, сделаем это все-таки, да? Вот Мурка. Ладно, она сломана пока что, но это нас еще не волнует. В принципе, я ее починю. 24 на 7 вроде бы недалеко есть. Все, пишем призы. Потом покрасить номер транспорта. Ух, ебать, тут еще можно цвет выбирать, пацаны. Ёб твою налево. Блин, я даже не знаю, как его выиграть. Мурка, 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 пацаны, Мурка. Можно выбрать желтый. Я думал, здесь типа один цвет можно выбрать. А здесь можно выбрать желтый, красный, синий, зеленый, розовый, фиолетовый, оранжевый, голубой. Я думаю, давайте выберем, наверное. Ну, давайте, наверное, красный выберем. Вот, вот так это все будет выглядеть, пацаны. Бля, это просто великолепно. Да. Так, я думаю, теперь нужно ее переспавнить просто. Видите, у нас теперь номера здесь красные. Я просто в ахуе, пацаны. Давайте скриншотик сделаю на всякий случай. Так, мало ли. Блин, это реально очень круто, пацаны. Я реально просто не жалею, что я все-таки это проверил. И вы зато будете знать, как это все работает. Как бы да. Так, а ну номера. Да, пацаны, внутри красный, видите? Давайте я сейчас за ремкой сбегаю, даже съезжу на велике, который я арендовал. И уже тогда продолжим. Так, вот я в область пожертвовал 4 миллиона. Ну, в принципе, зачем они мне нужны? Я по-любому после этого видео даже не зайду на серверку. Блин, как они прикольно смотрятся на самом деле. Реально классно смотрятся. Блин, пацаны, это просто реально по кайфу. Реально просто кайф. У меня теперь красные такие номера на Мурке. Да, это тестовый сервак, пацаны. Хотелось бы мне тоже бы на первом сервере такие номера. Ну, наверное, желтый я бы, скорее всего, выбрал, потому что, ну, красный тоже неплохо смотрится, но мне кажется, желтые были бы реально в самый раз. Но так, в принципе, нормально. Ладно, пацаны, давайте теперь смотрите, как я покупал, получается, дом на Рублевке и как я попал на открытие. Все, приятного просмотра. База данных здесь, если что, взята с первого сервака, видите, тест хостинга, X100 день. Играет на первом, у них здесь есть аккаунт, если что, вот. Сервак уже почти забит, выдали еще денег, вот сверху 10 миллионов и еще выдали 10 тысяч доната, пацаны, довольно-таки круто. Видите, здесь даже мои тачки, по идее, есть. Да, видите, вот мои даже тачки есть все. Но это просто взяли базу данных первого сервера и перенесли его на этот сервак. Как бы, если что, все аккаунты там будут на первом сервере, это просто закинули сюда базу данных первого
первого сервера, чтобы игроки протестили, короче. Поэтому, да, сегодня будем тестировать. Так, собираемся на Анашане. GoToMP, давайте пропишем. Что-то тут жестко прям, да? Чё, пацаны, тестирование? Давайте я скриншот, кстати, сделаю. Так, давайте вот такой скриншот сделаем. Так, короче, здесь всех собрали. Тут, короче, пацанчики собрались некоторые. Ганс Винстон, Алекс Рахвалова. Привет тебе, короче. Чувак подъехал на Rolls-Royce уже. Мажорчики, знаете, подкатили чисто такие. Нормально, я думаю. Так, давайте, я хотел, знаете, что протестить. Давайте я сниму бабки из банка. В принципе, я думаю, это можно делать. У меня в банке там еще 10 лямов есть. И знаете, что мы сделаем? Так, а что, сколько я снял? Так, еще 9 миллионов снимаем. Я пойду себе куплю дом на Рублевке, пацаны. А как вам такой расклад? Я думаю, довольно-таки неплохо. Поэтому именно сейчас мы этим займемся. Я хочу себе домик на Рублевке. Заодно, как бы, я хочу себе дом на первом сервере. Почему бы его купить? Точнее, почему не купить бы его себе на, получается, этом серваке, на тестовом? О, заебись просто, коттедж. Я не против просто, я не против, реально. Мне просто было интересно посмотреть эту систему гаража, и поэтому сейчас мы именно этим и займемся. Так, теперь самое интересное, что я хотел посмотреть, это мы пытаемся выйти и выбираем войти в гараж, пацаны. Просто охуенчик. Мурка здесь, пацаны, мурка на тестовом серваке. Гараж, кстати, довольно-таки прикольный. Честно, я зашел, наверное, ради того, чтобы посмотреть вот эти гаражи там, либо еще что-то, ну и заодно посмотреть, как будет тестировать там и так далее. Кстати, интерьер гаража очень классный, довольно-таки классный, но видите, когда мод на зиму ставишь, то в гараже тоже снег. Ну, в принципе, это хуйня, я думаю. Пацаны, надо скриншотик сделать. Подождите, дайте мне насладиться этим моментом. Так, видите, здесь все мои тачки, получается, Mercedes, получается, Huracan, потом эта тема и эта тема. Все, пацаны, замечательно. Ну, возьмем мы, конечно же, BMW. Ну что ж, вот вы посмотрели пару кадров, как я присутствовал на открытии и купил себе дом на Рублевке. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Мне на самом деле очень понравилось, особенно эта система номеров. Да, не 125 миллионов, зато, ну, вы будете уникальны. Хотя это, по сути, на НРП ставится, потому что, ну, в реальной жизни, по-моему, святых номеров же нету, если я не ошибаюсь. Ну все же, в принципе, это прикольная тема. 25 миллионов, мне кажется, это хорошая сумма, чтобы выделяться. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока. Пока.